общем, послушайте, что тут происходит. Слышите шум моря? Я когда приехал, был полный штиль, но это вы на видео видели уже. Потом поднялся ветер. Палатку я, естественно, поставил как на полный штиль. То есть, что там ночь, думаю, переночую, особо растягивать не стал. А тут поднялся ветер, нагнал волны. Я палатку рядом с водой поставил. Тут береговая линия буквально метрах в пяти, наверное, находится. Вот палатки. Собака перешугалась у меня. Вот, я побежал натягивать палатку. Собака выскочила, запаниковала. Вот, пришлось его успокаивать. Ну, сейчас вроде успокоился. Ну вот, смотрите, приученный к палатке, приучился, ночь полная. Доброе утро всем. Вот собака наша. Прошла наша первая такая совместная ночь. Дарик. Ничего, я собака такая хорошая. Вот. Время 6 часов утра, слышите? Ну, во-первых, шум морской волны. Во-вторых, какая-то подлая чайка, что ли, прилетела и кудахтать начала прямо вот возле уха. Хуже будильника любого. Ой, пойдем смотреть, что там шторм наделал. Вот, смотрите. Вот я меточки ставил. Одну смыло. Вот одна была вот здесь вот первая, как она на этом же уровне, она и сейчас. Вторая чуть подальше. И третья стояла вот здесь вот. Ну вот так тут, короче, она лежала. Вот так вот набила. А вот находимся мы. Я вот все думал. Дойдет вода до нас, еще не дойдет. И потом, как начало трепать здесь, я же затяжки-то не сделал. Растяжки не поставил хорошо. О, гляньте, какая красота, ребята. Небо чистое кругом. Чистое. А над горой, посмотрите, это надо сфотографировать. Я быстро побежал за фотоаппаратом. Да? Здесь тоже чистенько, чистенько. Вот на этой горе сейчас чайки сидели, орали, блин. Капец. Как будто зацепилась туча за эту гору.